И всем салам, ребята. Сегодня у нас вот такой вот Cadillac Escalade. Стоимость такого вот такой машины 110 тысяч. Если на русские рубли, то 7 миллионов 700. Да, почти что 8 тысяч. Сегодня я хочу его разукрасить. Ну, именно сделать на него винилы, как на этом. Так из ролика 6ix9ine. Да, если что-то, я его смотрю, и мне очень сильно понравился Cadillac. Cadillac вроде там из какой-то там банды, Крипс или же брат Блудс, я точно не знаю, как они называются, но вроде как Блудс, так что вот. Если кому интересно, он разгоняется до 240, либо же до 260, точно не помню. Сам он из-за своего большого веса, из-за своего большого диаметра, в принципе, для него это даже нормально. Так как, в принципе, он 3 метра в длину, плюс... Нет, какие зри? 6 метров в длину. Так, ну для начала надо съездить похавать, потому что, ну реально, хочется похавать. О, все, суп. Кстати, если что-то, лучше всего покупать суп, так как он за здоровье и цены вообще одинаковые. А все остальные, ну, как бы дороже. Так, ну, а теперь уже можно и погнать на винилы. Если что, то я хотел его разукрасить еще давным-давно. Еще когда купил его. Это было начало лета. И, да, я его реально купил, ну, как начало лета. Третий месяц, ну, начало еще. Вроде, или второй месяц, уже не помню. И вот... Когда я его купил, я думал, как бы его разукрасить. И в итоге тупо вот забросил эту тему. Кстати, минус такого Кадиллака, то, что он жрет очень много. Кстати, надо сейчас заехать, заправиться. Ну вот, например, у меня уже сейчас 26 литров. А максимальный бак у него... Максимальный бак у него... Сейчас заправлюсь и посмотрите, сколько... Потрачу я почти что косарь. Вот. У него 180 литров. Ну, вы представляете, да? И он тратит при езде на быстром 2-3 литра. Сразу сжигает, представляете? Так что, хоть он и прикольный, хоть он и такой, ну, прям красивый для меня, и я люблю вот эти вот... Хоть он такой вот красивый и большой, но хоть я и люблю американцев, то... Если вы новичок, и если вы копите на Cadillac, изначально, я вам скажу так, имейте 1000 или же 2 просто ради того, чтобы его заправить. Все, больше ничего. Типа, его реально вы заправляете тупо постоянно. Ну вот, в принципе, я уже все доехал, вот сам тюнинг. Кстати, покупать Cadillac тоже хоть и прикольно, но у него нету внешнего тюнинга почти вообще. Ну вот, все, это мало. Ну ладно, давайте сейчас по-быстрому посмотрим вообще тюнинг, если кому интересно. Вот, детали переднего бампера. Вот эта вот штука и все. Стоит она 3500, вот эта вот маленькая. Она мне просто была даже не нужна. Детали багажника. Шильдик Black. Ну, ничего не изменяется, кроме названия. Все. Все, убрать шильдик 1400 сток. Это прям красивый, который я вообще не изменяю, потому что он мне нравится. Я люблю стоковые машины. Он вот такой, он просто не... Ну, просто вот. И черный, просто черный. Все, больше нет. Так что, в принципе, смысла его тюнить нет. Давайте перейдем к винилам. Вот посмотрите, вот первое винило. Стоимость 900. Вот 60. Косарь. Это уже просто огонь. Нет, вот я хочу его найти. Вдруг она вообще... Вдруг ее нет, либо она есть. Вот одно из двух. Нет, не это. И не это.
Ну, прикольно. Он просто меняется на глазах. Ну, это уже не то. Хотя, может быть, вот Гуччи. Это Гуччи, да? Да, это Гуччи. И еще что-то. Так, это тоже не то. Интересно, он вообще есть? Вот у меня вот такой вот краской вроде тоже. Вот вазик покрашен. Нет. 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 Похоже, его вообще нет. И это нет. И это. И это. То есть тут нет той покраски, которую я хочу. Угу. Хотя... Вот она вроде. Ну да, она не подходит, но... Интересно, можно вообще будет покрасить его под чё? Ой, под красный. Давайте покупаем. Назад. Тонировка мне точно не нужна. То есть... То есть... Он синий. Все. Ну ладно. Пускай тогда будет синий. Ну, в итоге вот такой вот Кадиллак у меня получился. Кадиллак вроде как Крипс. Ну, группировки Крипс. То есть, как бы основоположник кого-то там. Ну, то есть, это такая вот банда в Америке, которая давным-давно еще организовалась. Ну, точно я даже говорить и не буду, потому что просто не хочу. Хотел его, конечно, перекрасить в красный под Bloods, но, как видите, у меня получилось так. Ну ладно, ничего, не буду же расстраиваться. Пускай он будет такой. Мне даже так, в принципе, прикольно выглядит он. Ну, а с вами я прощаюсь. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. И если что, то заходите на этот сервер. Ссылочка на сервер будет в описании. А всем